невинных детей, в виде неразумных подростков, которые просто-напросто бесхитростные ребята. Государству не нужны ни умные, ни свободные дети. Нечего, понимаете, собираться в Макдональдсах и обсуждать, что тебе не нравится. Сиди дома. Давай, Марк, держись там. Удачи. Держитесь там, ребята. Давай. Давайте, удачи вам. Держитесь, самое главное, мы с вами. Ты. Сфабрикованное дело. Да. Нас хотят уничтожить, а мы не сдадимся.